он был расположен ко всем духовикам как бы отдельным образом. Я, например, чувствовал, что он ко мне он относится как-то лучше, чем к другим. Но это иллюзия, мне кажется, каждый человек про себя мог бы сказать то же самое, что он именно его выделял из всех и к нему. Это свойство вообще людей добрых и широкой натуры. Как бы ты чувствовал на себе его внимание, что он именно расположен к тебе. Больше чуть-чуть, чем к остальным. Меня это было большое впечатление произвело, потому что это было действительно очень точно, филигранно, я бы сказал, сыграно. Перед фильмом, да, нашему учителю Паузину. Он запоминался как основа звучания всего оркестра. Главный басовый, так сказать, тембр. Это красивый звук, тубы. Ну, удавалось буквально с двух слов все четко поставить, расставить на своим местам. Это было просто так здорово. Лицо Владимировича, конечно, вспоминаю всегда. Особенно, когда что-то не получается. И, кстати, не только на инструменте, в жизни тоже. Меня заставлял приходить по два раза в неделю. Я с удовольствием приходил.